Всем привет! Сегодня у нас, не помню уже какого декабря, вроде бы 7-е. И сегодня мы будем делать одну такую штуку, как распаковку с Гошей коробки с листочками, на которых будут написаны донатеры. Вот. Ну, те люди, которые присылают деньги Гоше на подарки, на лечение и так далее. То есть мне в одном из видео предложили сделать вот такую вот штуку, когда Гоша будет вытаскивать листочки с никами приславших людей. Вот. Сейчас я пойду распечатывать эти листочки. Ну, я сделал скриншот выписки и на плотной бумаге это распечатаю, потом в коробку это все упакую, дам Гоше распаковать, он будет мне приносить эти листочки в идеале. Вот, и посмотрим, что из этого выйдет. Покажу сейчас, как, собственно, вот, распечатываю, может быть, это будет интересно. Вот, а потом уже саму распаковку покажу. И, кстати, еще, у нас же 12 тысяч человек на канале. Ура, ура! Так, я уже приехал домой. Глаза у меня, конечно, ужас. В общем, все распечатал. Гоша лекарство. Тут, ну, само лекарство получается. С творогом, с яблоками, со всякой другой штукой перемешано. Вот. Что меня радует, вот это лекарство, которое сейчас ему даю, он, в принципе, нормально его ест, и у него нет отвращения от него. То есть, ну, по вкусу ему подходит. Вот. Предыдущие антибиотики, которые я давал, он их прям терпеть не мог, то есть я ему один раз сдал в мясе, и он распробовал, понял, что там что-то не то, то есть не просто мясо. И сейчас всю еду, которую я ему даю, он пробует, разжевывает, смотрит, чтобы там ничего не было. Неприятно, конечно, но ладно. Вот, хорошо, что вот это вот, тут не антибиотики, тут специальное лекарство, типа как полезные бактерии, которые там как-то в организме справляются с болезнью. Вот, и он их нормально ест. Гоша уже у меня увидел, сейчас, возможно, что закричит. Вон он там выглядывает. Где-то выглядывал. А, ну вон, сидит, смотрит. Сегодня нападало очень много снега, я сейчас вот ему дам поесть. Буду убирать снег, все чистить, вырежу карточки. Да, привет, привет. Вырежу карточки и буду снимать видео. Тут надо будет прибраться для видео. Использую этот фон. Единственное, меня напрягает этот диван. Ну, возможно, будет типа вот такого ракурса. Посмотрим. Гош, привет, привет. О, вот скользко. Все чистить надо. Привет, привет, Гош. О, привет. Эй, Гош, крыса-то он снял, привет, я ему привязывал крысу, вот он все снял, как-то ее отвязал, я ему еще, так, тут он намусорил много всего, все тоже тут чистить надо. Я ему поставил на пенек присаду. Вот эту вот присаду на пенек поставил. И здесь крыска была привязана. Уже замороженная. Вот, и он ее растеребил. Пошли кушать. Иди сюда. Ну, иди ко мне. Пошли кушать, иди сюда. Иди ко мне, иди. Да. Вон тут из игрушек у него новый. Мячик теннисный. Где-то еще мячик есть. Не знаю где. Творог будешь кушать, Гоша? Да. На. Бросьте крысу эту. Ну. Иди. Иди, положи ее куда-нибудь. Спрячь. Спрячь, спрячь. Убери. Да. Прячь крысу, прячь. Что, ждать тебя буду? Давай быстрее. Гоша.
Угу. Рексом. Иди сюда. Каша. На творог. Кушай. Да, кушай творог. Творог кушай, на. Все же он теплый, не холодный, не стылый. Ешь давай, ешь. Молодец. Вот, вместе с яблочками. Вот так вот. У нас еще появился блендер. Я в этом блендере. Ну, как стакан-измельчитель. В нем скорлупу яичную все перемолол. Прям как в муку почти. И сейчас всю еду ему посыпаю. Ты что не ешь? А? Мне надо, чтобы ты ел. Там же лекарство. Ладно, пойду его в кочегарку отнесу. Там с ним поговорю. В общем, новости такие, что прибрались. Все лесенки почистили. Все прибрали, баньку затопил. Но самое обидное, то, что я распечатывал, вот выписку по донатам, мне сделали два одинаковых листа. Мне надо было первый и второй, а мне сделали два одинаковых экземпляра. Вот, поэтому сегодня с коробкой не получится, завтра это все сделаем. Но пока вас надо как-то развеселить. Мы тут с Гошей уже сняли одно видео-дуэт в ТикТоке, можете потом зайти посмотреть. А сейчас я покажу, что вот с Гошей делаем. Иди сюда, орешек, давай раскалю. Клади, иди сюда. Мы тут фундук кушаем. Иди сюда. Клади. Гоша, клади сюда на пенек. На пенек неси. Иди сюда на пенек неси. Ой, дам кое-что. Дам. Орешек на пенек положи. На пенек орешек положи. Так, Гоша, орех возьми. Бери. Куда ты пришел-то? Где у тебя орех? Вот, давай, сюда. Положи. Положи. Ну-ка, Гоша, положи. Не трогай его, дай стукну. Смотри. Вот так. Стой. Так вот. Ну-ка, Гоша, дай поклюву, тебя не ударю. Отойди. Отойди. Во. Да я боюсь, что он подставит клевало. Или пальцы. Во. Молодец. Орешек, давай. Дерется еще. Дай орех. Неси. Неси орешек. Вот еще один. А нет, это скорлупа. Дерется за скорлупу. Все, это мусор. Давай еще орех неси. Орешек, давай. Где у тебя орех там? Это скорлупа. Иди неси. Где орешки у тебя, Гоша? Иди. Неси орешки. Это скорлупа. Ой, сейчас что дам. Ладно, давайте я свой дам орех. У меня в кармане еще есть. Да. Тоже орешек, вот. Ага. Че дерешься? Отойди. Ну, отойди. Лекарство пить начал, стал супер активный. Отойди. Во. Видал? Неси орех. Правда, много ему нельзя. Это уже третий или четвертый. Но я думаю, так-то хватит. Потом. На следующей неделе можно будет. Да, Гош? Оп, видишь? Оп. И расколол. Конечно же, он сам не расколет фундук. Он слишком маленький, прочный. Грецкий орех еще может.
Во, давай, неси. Клади. Клади сюда. Положи. Положи сюда. Положи на пенек. Давай стукну его. У тебя не получится. Он у него выскальзывает. Иди сюда. Положи орешек. Орешек положи. Во. Мне интересно, он еще принесет или нет. Сегодня Гоша у меня поел творог. Я вам уже показывал вместе с лекарством. Крыску туда ел, которая на веревочке лежала. Висела, простите. Вот, сейчас орешки кушает. Вечером тоже творог там с ягодами, с чем-то еще ему дам с лекарством. Мне сказали, что перерыв необходимо делать между приемами где-то 10-12 часов. Вот, получается, в 11 утра я ему даю первую и где-то в 9 вечера вторую порцию лекарства. Там столько ворон. Вам слышно или нет? Там штук 100, наверное. Орешек. Где орешек у тебя? Гоша. Ну-ка, иди сюда. Где орешек? Ну-ка, смотри, я сейчас сам найду. Где орешек? Давай. Все? У тебя там больше их было? У тебя штук 5 их было. Ты, наверное, все съел. Да? Все, все съели. Хватит. Вот он понял, что можно положить орешек, стукнуть и съесть его. Да? Садись. Садись. Иди сюда. Чего ты дерешься? Драчун какой, а? А, и сейчас смотрите прикол. Тут игрушки все. Я прибирался, убрал их. Все, лег. Все, лег. Боевой. О. Все. Все. Кусается сильно. Хоть и в перчатках таких. На зимних толстых. Прокусывает. Больно. Гоша, ты что там увидел? Воронку? Нет, ворон. Где-то кричал. Да? Ворон кричал. Садись. Он вот точно такие звуки издает, когда сидит один. Я хочу купить камеру, которая будет у него стоять где-нибудь здесь, и чтобы снимала, ну, я не знаю, получится нет, вот здесь вот снимать, вот этот угол, где он сидит, где он спит, и вот эти вот присады, чтобы видно было, что он делает днем. Желательно, конечно, с возможностью онлайн-трансляции, допустим, в тот же TikTok или YouTube, чтобы вы могли заходить и смотреть, что Гоша делает. Вот. А также ночной режим. То есть, чтобы ночью снимала камера. Не знаю, сколько она стоит. Можете
написать в комментариях, сколько, ну, какую, в смысле, взять по качеству, цена-качество. Гоша? Скажи всем пока. Завтра встретимся. Скажи всем пока, завтра встретимся. Ну? Ты будешь говорить, нет? Говори давай. Гоша, скажи всем пока. Скажи. Всем пока, скажи. Молодец. Молодец? Да?